В рамках проекта губернатора Московской области клуб «Активное долголетие» в округе открыли осенью 2020 года. Его посещают жители старше 55 лет, которые хотят вести активный образ жизни. Им доступны 26 направлений активности, среди которых йога, суставная гимнастика, скандинавская ходьба, рисование, вязание, компьютерная грамотность. Наша съемочная группа побывала на занятиях по спортивно-бальным танцам. Раз, два, три. Рабочие будни остались в прошлом. Теперь есть возможность посвятить время себе. Участники клуба «Активное долголетие» осваивают технику спортивных и бальных танцев. Людмила Ванеева свою жизнь посвятила педагогической деятельности. Обучала студентов, будущих учителей, иностранным языкам. Теперь свою мечту – научиться танцевать – с удовольствием притворяет в жизнь. Только выход на пенсию, только он помог и спас меня. И я поняла, что вот теперь настало время, когда я могу танцевать. Мы понимаем, что надо стараться, потому что хочется. Хочется идти к прекрасному, хотя с возрастом это все тяжелее и тяжелее. Но мы стараемся. Остеохондроз мучает, но здесь о нем можно забыть. Большой. Самба, пасодобль, ча-ча-ча, джайв и румба. Любовь и Семашко – эти танцы знакомы с детства. Но о профессиональной карьере танцовщицы люберчанка никогда не мечтала. Работала главным бухгалтером. Когда вышла на пенсию, желание танцевать возродилось. Оно и привело ее в клуб «Активного долголетия». Любовь к танцам именно. Я прям обожаю бальные танцы. Благодаря вот этой вот, собственно говоря, идее, что я сюда приду обязательно, жить хочется дальше. Научиться танцевать никогда не поздно, считает руководитель отделения спортивных бальных танцев при клубе «Активное долголетие» Карина Зверковская. Ее ученицам настолько интересно на занятиях, что даже в период пандемии их не прерывали. Занятия проводили дистанционно. Танцы – это движение, а движение – это жизнь. Это прекрасная физическая форма, достаточно активный вид тренировки. Это эстетика определенная. Мои прекрасные ученицы знают уже все 5 танцев латиноамериканской программы и 3 танца европейской программы. Отделение спортивно-бальных танцев при клубе «Активное долголетие» работает более 2 лет. Его занятия посещают 30 человек. Мы ждем вас. Впереди прекрасное лето. Мы не останавливаем свои тренировки, поэтому приходите, получайте удовольствие и присоединяйтесь к нашей команде. Всего в программе «Активное долголетие» зарегистрированы более 2500 люберчан. Присоединиться к программе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.